сегодняшняя акция называется «Зеленая волна». Это всероссийская акция, которая проходит с 24 и по 26 апреля на территории нашей родины, России. Приурочена она к 70-летию победы Великой Отечественной войны. А в акции принимают участие работающая молодежь, представители общественных организаций, совет ветеранов, ветераны. И акция приурочена девиз этого года, 70-летия победы, звучит так: «Скажите спасибо лично каждому ветерану». И этой акцией мы говорим «Спасибо лично», сажаем такие прекрасные сосенки, которые будут хранить память о подвигах наших дедов, прадедов. И мы говорим «Спасибо лично». А сколько всего будет посажено сегодня деревьев? Посажено около 40 деревьев. А вам что не сидится дома? Что дождик идет и все, а вы вот пришли под дождем. Сознательные. Сознательные? Все сидят в такую погоду, в принципе, дома. А почему вы пришли и вот захотели трудиться? Хочу помочь ветеранам. И чтобы наш город был.